Большой будет репортаж. Под шумные бубны степного шамана. Держание. Вон тебе узду принесли. Косички заплели. Пожертвовали, детенок сейчас колохот. Смотри, смотрите. Это что вы делаете? Она вспотела, у нее чешется голова. Смотрят же люди, ты что? Смотри, от волос. Прям девочка стала. Так я говорю, Миша, что ты ее не заплел? Красиво. Что, будете? Я кушал. Потерялись. Кого девка потеряла? Или это мальчик? Девка. Спасибо. Мам, я после тебя. Я там уже очень. Это моя. Зависла девушка. Смотри, нервничает. Вот. Сонечка в косичках, девочка. На свечу хочет поставить. Будёновца. А он не хочет. Ага. Же поскакать я всегда рад. А на свечу извините. О, поскакал. Скачки меня давайте. Я говорю,
я-то понимаю, что... Я к кобылке хочу, а не куда ты хочешь. Не, ну конечно, для сдачи веса. Вон, снимай, у нас нужна. Боком, боком такой идет, боком. Вот флажки поставили в соревнования. Чуть опоздали. Я не пойму суть. Ой, не хочет уже, сопротивляется. Сопротивляшка. Вот тяжик какой. Буденовец, плесун. Сейчас стартанут. Малыш, мальчик. Малыш. Малыш. На коне малыш и под конем малыш. Шень, 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 шень. Ой, какой. Прошлогодний. Ляля. Лимон дай. А, это яблоко. Я думала, лимон. Это яблоко. Не, маманя такое не любит. Сабрина тоже не жалко такого. На коне малыш и под конем малыш. Готовятся. Вот приз, мешок овса на поле стоит. Вот спортсмены готовятся. Состязатели. Поехали. Встала девочка. Тихо, давай! Макс тоже. А то Влад. Бегаешь вперед, вырвался. За пределы дистанции. Ну этот вообще не хочет бежать. Смотри, смотри. Бурное исполнение. Ага. Как же входит в состав соревнования? Ну, нарядная узда. Вырвалась вперед. Сонечка, косичка, девочка. Тяжик тоже что-то не особо. Буденовец. О, шашки наголо. Свободная лошадь тоже участвует. Свободная лошадь тоже, говорю, участвует. Еще один тяжик, который любит танцевать на публику. А это, которая на ведьму похожа. Вот, мне кажется, это ведьма. Первый свободный. Соня. Соня в бок. Кого потерял? Не знает, куда бежать. Мешочек стоит. Свободный конь. Что такое? Кого потерял? Кого потерял? Вот твоя мамка. Что ты бежала? Нет, ты что? Я не буду ее гонять. Она же тюрьма уже бегает. Ну, я говорю. Сейчас я его остановлю здесь, минут дайте мне. Дайте овса зарядиться энергией, она думает. Летит свободная лошадь.
потеряла кого-то. Не знает, куда пристроиться. Соня, яблоко. Кого потеряла свободная лошадь? Рижик. Вот опять наш резвяк. Ищет кого-то. Ну, Будёха. Надо и голос подать. Не может остановить. А вот и репортер подтянулся наш. Соня Звезда. Что-то говорят на камеру. Звезда телеканала. Звезда телеканала. Местного. Ну, нормально, да? А что депутаты кипиш подняли? Что, шлик-башлик скоро будет. Вот. То нельзя, это нельзя. Да? Фотосъемка конников. Вот уже коняжек отпустили почти всех на выпас сопочки. Мероприятие подходит к концу. Присоединился молодечек, молоденький, к своему табунку. Заклюзал. И какая...